Здравствуйте, магазин Lyuchet.ru. Сегодня у нас очень приятная тема. Славим женщину, называется она камеи. Камеи зародились в Александрии, в эпоху Александра Македонского. Это были очень дорогие украшения. Мастер из полудрагоценных камней вырезал прекрасный женский барельеф. Как правило, это были богини. И пользовались эти украшения, делались они по 3-4 года, и пользовались они, конечно, огромным успехом, и владеть ими могли только очень богатые и состоятельные люди. Спустя годы все это интерпретировалось, и на сегодняшний день камеи у нас называется любая женская головка, сделанная из других совершенно разных материалов. Это вошло как бы уже в быт. Так вот, сегодня у нас представлены камеи от завода «Циркон». Начнем мы, наверное, с самой миниатюрной женской головки. Смотрите, какая красота. У нас идет вот такая шиночка с неким растительным орнаментом. Украшена, добавлена изюмка в виде двух фианитов. И вот такая прекрасная женская, здесь явно молодая у нас женщина с маленькой крошечной голубкой. Явно прическа в средневековом стиле и одежда тоже в средневековом стиле. Камея у нас это на агате, на черном. И сама камея вырезана, вернее, сделана из пластика. Это, конечно, синтетический материал. На бирочке так и написано камея. Размер 17,5. Я сейчас померю на себя это колечко, полюбуюсь им. Ну, вот плотновато что-то мне село сегодня, 17,5. Ой, прям совсем плотно. И вот такие к ней сережки. Продаются эти изделия комплектом. Посмотрите, две приятных женские головки. Несмотря на то, что само изделие не очень крупное, но посмотрите, как восторженно оно смотрится. Вот эти фианиты. Здесь опять же такой цветочный орнамент, который поддерживает шинку кольца. И сбоку, видите, с одной стороны, как бы как листики, которые все-таки продолжается растительный орнамент. Великолепие фианитов, и вместе это создает такое восторженное настроение. Эту камею, если вы хотите приобрести, мы ищем на сайте артикул 2418. Все цены, наличие, актуальные размеры будет в ссылке под видео. Так, колечко заваливается, вот так его оставлю. Дальше мы будем идти опять по возрастающей. Еще одна превосходная вариант камеи. Это у нас камея на сердолике. Опять посмотрите, как сережки доработаны. То есть мочка будет закрыта вот таким приятным ажурным рисунком. И здесь уже сама фотография, вернее, сам камушек с камеей вставлен в такую раму, напоминающую чем-то багет картинный. Да? Украшена, то есть женственность, изюминка такая в виде жемчужины. И у нас здесь также голубка с камеей. Та же камейка, тоже немножко поменьше. Тыльная сторона камушек закреплен лапками. Вот такой вариант. К этой камее у нас... Так, сейчас родное колечко найду. Вот такое колечко, также камея в рамке у нас. На постаменте, на таком ложементе, так сказать, лежит. Сейчас мы с вами померим. Тоже 17,5. Посмотрите, какая вязь с тыльной стороны. Ну, что с этим сделаешь, если красота? Ой, зачем же я ее перевернула? Вот такой у нас очаровательный совершенно очаровательное украшение. Причем, знаете, несмотря на то, что к этому, значит, к этим кольцу и серьгам у нас есть кулончик, он полностью дублирует серьги. Вот такой комплект. Причем, если учесть, что внешне, когда, ну, рассматриваешь камеи, то кажется, что это дальние какие-то. Мне напоминают почему-то женщин, воспитывающихся в таких пансионах, да, вот. Но вот это приятное сочетание, когда, например, молодая девушка одевает камею на контрасте, мне кажется, очень эффектно, так мило и нежно смотрится. Посмотрите, это то, что мы с вами смотрели до этого, тот же самый вариант, просто в другом цвете. Естественно, украшения уже несут как бы разную нагрузку, да, одно более строгое, другое более такое нежное. Здесь у нас 18,5. Вот 18,5 мне село хорошо. Сейчас я еще раз покажу этих камеек поближе. Вот такой вариант. Дальше мы переходим к классическому варианту. Здесь у нас опять же камея с голубкой, но она уже, видите, держит на руке. То есть разговаривает. Немножко другая прическа. Прекрасно прорисованы волосы. Декольте такое не очень глубокое. Одна прядь волос спустилась в проем выреза, не знаю, прям как картину можно разглядывать. Завальцован камушек, не будет цепляться, опять же, хорошо. Видите, Питер, он и есть Питер, никуда этого не деть. Сейчас померим с вами размер. Вот этот 17, но вот я себе на...
почти уже. Вот, я на 17,5 делаю его превосходно. Более строгий такой классический вариант швенза у замка практически в ноль садится, то есть на средний и высокий прокол. Смотрите, такая строгая классика. Человек на переговорах. Эти камеи мы смотрим с вами по артикулу 13,58. То есть, если вам нужно придать такой солидности вашему костюму, вполне себе этот вариант подойдет. Такой достаточно строгий. Дальше совсем игривый вариант. И камея у нас здесь сделана из серебра. Смотрите, немножко я была по видео. Вот. Здесь опять же прекрасная женская головка. У выреза опять стилизованное такое платье. Там букетик цветов. Локоны все прорисованы. Здесь украшено фианитами и жемчугом. То есть это такой игривый более вариант, более праздничный, более торжественный. Хотя, опять же, если одеть со строгим рабочим костюмом, то это добавит вам женственности. Превосходный вариант. Замочек здесь у нас, швенза немного опущена, фианитик выше у нас. Ой, крючок сам. Фианитик выше, поэтому сядут сережки на любой прокол. И померим кольцо. 19 размер. Ну да, 19, здесь 19,5 мало, значит пойдет просто на 19 размер. Вот такой превосходный комплект. Смотрите, как он великолепно смотрится. Сочетание черного агата с таким серебряным орнаментом, с белым жемчугом, искринки фианитов. Очень интересное украшение, редкое, кстати. Обычно камеи у нас приходят с такими пластиковыми женщинами. Не очень удачное выражение, ну ладно. Еще мы смотрим следующий артикул 23,88. Здесь уже совсем-совсем прям женщина-женщина, такая отдыхающая. Видите, шляпка, летний мотив в платье, летний мотив в шляпке. Прям явно курортное какое-то настроение. Тем не менее, она более чем торжественная и великолепна. Здесь уже, видите, высокая, большая такая длинная нитка фианитов опять. Крючочек чуть-чуть совсем... прям капельку опущен, поэтому сядут они также на любой прокол. Эти серьги уже такие активные у нас, большие, крупные, явно праздничные варианты. Или для таких взрослых женщин, которые несут такую основательность. И посмотрите, какой роскошный перстень. Даже кольцом его называть не хочется, прям явный такой перстень. Камея у нас вся та же, опять же, питерские узоры. Ковка мостов мне напоминает, да, вот эта красота. Фианиты здесь очень уместны, фианиты, мне кажется, померю размер 19,5. Посмотрите, разве можно на это не обратить внимание? Просто прелесть. Это у нас артикул 23,88. Хотя, если на сайте вы напишите слово «камеи», вылетят сразу все. Но ссылочка под видео будет. И последний, самый, наверное, торжественный и пафосный вариант. Здесь камейка 18,5 размер. 14,60 артикул будем искать. Женский профиль тот же самый, но посмотрите, какая серебряная вязь сопровождает все кольцо. Как будто из ткани такое перевитое сделали. Здесь уже посмотрите, какой постамент праздничный. Очень красивые. Напоминающие женские бархотки, которые в 19 веке использовали в украшениях. Так, сейчас мы померим на 18,5. Мне сел прекрасно 18,5. На 18,5 даже понимаю почему. Тыльная сторона, практически гербовый узор. За счет этого как бы кольцо вот полностью, потому что здесь у нас, видите, была полость, поэтому разница в размере происходила. Гербовый узор и сережки. Ну, сережки просто волшебство. Если в кольце этот жемчуг как бы не нужен, да, собственно, не очень удобно, то здесь он прям полностью с женской белой фигурой в комплекте идет. Добавляет такой нежности, очарования. Замок у нас опять чуть-чуть совсем занижен. Сам крючок. Поэтому сядут эти сережки на любой прокол. Плюс к тому, что вот это пространство маленькое. То есть у вас зажмет мочка, и вы не будете так ощущать вес серег. Потому что по весу они у нас почти 30 грамм. 29,76. То есть 15 грамм на ухо. Это такая хорошая нагрузка. Ну что, я вам желаю быть женственными, настолько же прекрасными, насколько прекрасны женщины вот в этих шляпках, и настроиться на отдых,
и чувствовать радость в своей жизни. Заходите к нам в магазин, мы всегда вам очень рады.